на страже конституционного порядка и национальной безопасности, а говоря простыми словами, на страже мирной жизни нашего общества. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. Слова поздравлений в адрес полицейских Ненецкого округа прозвучали со сцены Дворца культуры «Арктика». День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – это профессиональный праздник для очень многих людей в нашей стране, отметил в своей поздравительной речи начальник управления МВД по Ненецкому округу Олег Ильиных. Именно для этих людей работа в полиции стала настоящим призванием, а борьба с нарушителями правопорядка – делом всей жизни. Уважаемые коллеги, спасибо вам за то, что вы остаетесь преданными своей профессии. Живете общими проблемами с личным составом. Находитесь в гуще служебной деятельности нашего большого гарнизона. Болеете душой за состояние дел в сфере правопорядка в Ненецком автономном округе. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов органов внутренних дел, тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе, но не перестает передавать свои профессиональные навыки и опыт младшим коллегам. За профессионализм и умелые действия, проявленные при исполнении служебного долга, глава региона Игорь Кошин вручил полицейским грамоты и благодарственные письма. На самом деле, на мой взгляд, самый главный показатель – это спокойствие наших жителей, и спокойствие граждан и чувство защищенности. Я хочу от имени администрации Ненецкого автономного округа поблагодарить вас за хорошее несение службы, потому что жители округа чувствуют себя защищенными и чувствуют себя спокойно. Спасибо вам за службу. Правопорядок, чувство защищенности и спокойствия жителям Ненецкого округа сегодня обеспечивают 387 полицейских. В целом по стране на страже порядка стоят более 750 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Несмотря на, казалось бы, всю серьезность профессии, полицейские люди творческие. Стражи порядка Ненецкого округа активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях региона, выступая с различными номерами. Свои таланты они продемонстрировали и на торжественном вечере. В подарок всем присутствующим выступил хор управления МВД по Ненецкому округу. Россия в этом слове.